Праздник интеллектуальной элиты собрал в одном месте педагогов города и района. Августовскую конференцию начали с традиционного подведения итогов. Начальник отдела образования рассказала участникам педагогического форума о работе, которая велась на протяжении всего года. Впервые за всю историю функционирования образовательной отрасли педагоги района начали работать по нормам законодательного документа, аналога которому нет в мире. Организационной основой осуществления государственной политики в сфере образования Мозырского района являлись программа развития системы образования района и другие нормативные правовые и локальные акты. Это позволило нам сконцентрировать наши ресурсы на решение актуальных образовательных задач. На встрече педагогического состава Мозырщины представители местной вертикали благодарили учителей за качественный, а главное, результативный труд. На этот год и до окончания 2012 года есть еще проблемные вопросы, которые мы должны решать в учреждениях образования. Они находятся у нас на контроле, и я думаю, то, что мы наметили, решим. Самое главное, я хочу, чтобы вы оставались такими жизнерадостными, уверенными в завтрашнем дне. Спасибо вам за то, что вы свои знания, опыт передаете нашим детям. Наше будущее – это наши дети. И будущее наше зависит от наших детей. Сегодня нужны Республике Беларусь высокообразованные, профессиональные специалисты, знающие свое дело. Это самое главное. Спасибо вам за ваш труд, за вашу энергию, за то, что вы мудрые такие. И иногда приходится и терпеть, и понимать. Это дети. Дай Бог вам здоровья всем, благополучия, удачи и мирное небо над головой. На форуме педагогов подвели итоги работы за целый год. Лучших учителей наградили почетными грамотами райисполкома и благодарностями за целеустремленность и желание воспитывать интеллектуальную молодежь. Проведение августовского совещания педагогических работников в канун 1 сентября стало хорошей традицией. Форум-отчет дает учителям дополнительный стимул работать и добиваться отличных результатов. На праздничном вечере учреждения образования рассказывали о своей работе. Одни педагоги зачитывали доклады, другие устроили настоящий показ. Наши выпускники устраиваются на работу, продолжают обучение по той же специальности в ПТУ, техникумах и вузах. Мы надеемся, что совместными усилиями вместе с вами мы добьемся еще больших результатов в достижении поставленных целей. С праздником вас! Удачи во всем! Не за горами 1 сентября – начало нового учебного года. Педагоги продолжат свою привычную работу, чтобы ровно через год в торжественной обстановке поделиться опытом и рассказать о результатах труда. Катерина Булатецкая, Сергей Гороевский, телеканал «Мозырь».